Я мысленно рисую образ твой и сесть напротив кресла приглашаю. Мой милый друг, поговори со мной и объясни, зачем я вспоминаю тебя так часто. Что с душой моей? Уже ли она так сильно нездорова? Живу я, словно в царстве теней, без радости рифмованного слова, без эйфории, что дарила ты. Но сквозь меня ты смотришь молчаливо и лишь глаза, как серые цветы, душевный ли прозорий мой, красиво, но тягостно и холодно томят. С тобой и попрощаться я пытаюсь, от кончиков волос до самых пят. Опять дрожу и почему-то каюсь за сказанное слово не в попад. Случайные круги прикосновения и за июньский с неба водопад, мой светлый луч, несущий вдохновение. Прости за все и отпусти меня, и снемогла я от своей неволи. Мне страшно жить, себя заполоня побегами, возвращенными на поле.